Птичка-пересмешник сообщает, что усилились слухи о том, будто бы Роман Аркадьевич Абрамович подумывает о возвращении на пост губернатора Чукотки. Благородные чукчи помнят, что в годы исполнения обязанностей губернатора Абрамович подарил каждому из них по мобильному телефону, и с тех пор они то и дело звонят ему в Лондон. Жизнь в Лондоне среди хладнокровных и безразличных к бедам и хлопотам всего мира англосаксов не ожесточила сердце Романа Аркадьевича. Как сообщают недостоверные источники, в случае возвращения на пост губернатора Чукотки Абрамович подарит каждому чукче iPhone последней модели, ноутбук и порцию мороженого эскимо. По другим непроверенным данным, слухи о том, что Роман Абрамович опять займет кресло губернатора Чукотки, не имеют под собой никакой реальной основы. На самом деле, он вернется на Чукотку в качестве главного шамана, так как в совершенстве освоил танец бубном у ночного костра. По слухам, именно это привело к расставанию Абрамовича с Дарьей Жуковой, которой надоели постоянные репетиции супруга и запах гари в доме. Также не исключено, что футболисты лондонского Челси, которые не попадают в основной состав, также приедут на Чукотку вместе с Романом Аркадьевичем. Они в национальных чукотских одеждах будут выступать в группе танцевальной поддержки за ту же зарплату, что прописано у них в контрактах. Цицерон Ютуба Дружбан высказался по поводу этой новости. Сложна жизнь настоящего танцора. Сначала их раз, да еще раз, а потом раз и губернатор –